Доброе утро всем. Красавчик Буч вернулся. О, видите, как возвращается. Вот так. Чувства небольшие, эмоции тоже. Сегодня делаем заключительные укольчики, дадим с собой препараты. И наш Буч поедет уже на самостоятельное домашнее лечение. Вот так вот благодарит доктор. О, неподдельные эмоции. Наша история продолжается. Красавчика уже посадили на стол. Хозяйка наблюдает. Хозяин тоже. Сейчас объясним, как еще раз обрабатывать шовчики, как давать таблеточки. И идем в новую жизнь. В новую жизнь без мячика, который был у нашего Буча в животе. Буч наблюдает за нашим Гошенькой. Вот, Гоша наш тоже учится быть доктором. Вот, пока еще в садик ходит, потом в школу, а потом, наверное, пойдет в институт ветеринарный. Помощником. А то столько уже видел, столько еще увидит. На этом мы ставим запятую. Почему запятую? Потому что еще будем контактировать с Бучем, с владельцами в ближайшее время. И на этом история будет продолжаться. Все, Буч идет легкой походкой, летящей, я бы сказал, домой. И на сегодня наша история с Бучем заканчивается. Но еще через несколько дней она будет продолжаться. Вот так вот, вот такие вот чувства. Ох, красавчик. Вот так.